Солдаты направлены к вам. Держитесь. Подкрепление в пути. Один труп. Повторяю, ожидайте прибытия вертолетов. Это центр. Отправляю к вам дополнительный отряд. Ауч! Говорит штаб, ожидайте прибытия подкрепления. Всем постам, найти мятежника, принять все необходимые меры.
куст. Направляю к вам силы поддержки с воздуха. Сомнение начинается. Обстановка накаляется. Отправляю дополнительные силы. Разрешаю высадку отряда быстрого реагирования в вашей точке. Нападение в области. Всем бойцам собраться на точке. Понял вас. Отправляю дополнительные силы. Визуальный контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. Прием! Есть там кто-нибудь живой? Проклятье! Нужно найти еще патроны. Что ж, приступим. Доложить обстановку. Мы его потеряли? Отвечайте. День 27. Рядовой Боннет, достойный солдат, пытается снискать мое расположение, чтобы я вытянул его с собой вверх по званиям. Да, верный помощник должен начинать с тобой с самого низа. Это дает иллюзию, что вы с ним равны. Однако Боннетом будет удобнее при случае пожертвовать. Это что, веревка? Рику, вот смотрю на тебя и сразу... Работать не Thank you.
одного плохого парня меньше. О, изменения. Это хорошо. Революции. Я с радостью сообщаю, что в городе Сюрприз мы не больше сможем не осталось штук, вооруженных сил Деравелла. Мы достанем чертежи, продолжайте если освободим борьбу. Вис-Электрум.